Людишки-глупцы, слепы. Собирают они сокровища и страдают от жадности по золотым каменям да оковам из них. Лесной владыка освобождает их сиренью и крапивой и собирает косточки их для каши своей и за место дичи. Надпись с умахом на пергаменте, автор неизвестен. Хранители спрятали талисман воды в закрытой системе пещер, залегающей глубоко под городом. Согласно их карте, я найду его святилище, расположенном в самой глубокой пещере. Не думаю, что столкнусь с чем-то более угрожающим, чем несколько ядовитых пауков. Однако карта содержит такое примечание. Не стойте против нас, иначе почуете жало шипов невежества. Похоже на манеру хранителей сказать, у нас здесь ловушки. Мой осведомитель Гири обосновался в этих пещерах после того, как потерял работу продавца билетов, находящейся рядом опере. Он должен знать эти пещеры лучше, чем кто-либо, так что я нанесу ему визит. Посмотрю, есть ли у него полезная информация для меня. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Вора, золотое издание. Итак, снова мы с вами отправляемся в пещеры, в некие какие-то пещеры под, получается, оперой, там, под какой-то оперой, там написано, в ролике мы, да, сейчас узнали. Вот, и нужно там найти нам талисман воды, вот, найти гири. И разузнать, нет ли у него какой информации для нас. Так, найти выход из пещер и прихватить с собой добычу на 200 монет. Всего 200 монет. Всего 200 монет. Это полная фигня. Так, окей, карта. Тут у нас люди, крабы, что ли. Так, берегитесь, собратья потеряли одного. Пауки, что ли? Или что-то клещи. Так, бездонная пещера. Плыть, собрать себе хранитель, не стойте против нас, иначе получите жало. А, ну это понятно. Только что нам в ролике сказали, потеряли четверых. К сожалению, еще одного мы потеряли на обратном пути. Неизвестно. Короче, очень-очень интересно, но мне это ничего не говорит. Вот, так, давай посмотрим, что мы можем купить. Мы можем купить, так, исцеляющее зелье у нас одно есть, поэтому я не буду заморачиваться. Мина, нафиг нужна. Вот бомбы, вспышки, парочка, можно. Так, огненная стрела тоже нафиг не нужна, обычная стрела не нужна. Стрела с веревкой, что у меня, 3? Давай еще возьмем 3. Так, водных стрел, ага. Берем на все, как всегда. Маховая стрела у нас нет. А, есть 3 штуки. В принципе, я думаю, хватит. Нет, давайте еще одну возьмем. Пускай будет. Так, и газовые стрелы. Кстати, в комментах вы написали, что, помните, маг, который не мог, ну, которого я не мог обездвижить, усыпить, короче, газовой стрелой. Вы написали в комментах, что, возможно, это маг воздуха, и поэтому у него типа там иммунитет, вот, от такого газа, и на него она не действует. Так, берем, короче, 2 газовые стрелы. Все. Осталось, короче, давай вот так. Еще, наверное, вот так. Да, все. Начать миссию, погнали. Так уже где-то 4 минуты мы потеряли на разговоры. Так, окей. Уже показаться. Так, где-то мы, короче, начали, и я фиг знает где. Не зря я взял, короче, бомбы-липучки. Тихо, кто это говорит? Есть там кто? Ты где? Где он балаболит-то вообще? Так, ящики, ага. Где-то вот рядом, я не могу понять. Наверху где-то, что ли? Так, это мне не открыть. Ой, это ось. Там мне не открыть. Есть там кто?
А, вон он где. Вон он там, наверху. Ну, что ты говоришь? Так, отмычки. Да ладно. Нет? Ну, нет, и на том и суда нет. Так, окей. Надо, короче, как-то пробраться, значит. Ну, вот так вот он меня не увидит, я думаю, потому что ему уже глаза не видят, короче, через стену. Выходи сейчас же. Ладно тебе. Ладно тебе. Так, куда я пошел? Куда я пошел? Есть там кто? Нет никого. Кажется, нет. Чего я сюда приперся? Погоди, так? Ну, то все равно не допрыгну. Просто я подумал, знаешь, на трубу встану и залезу там на стену. Да иди ты нахер, шумит. Все. Никто не шумит. Нет никого. Вернись назад, трус говорит. Закрыто. Все, я, короче, сейчас все, за собой все закрою, чтобы он ненароком за мной не пошел. Идем опять куда-то вниз, опять какие-то пещеры, какие-то коллекторы. Так, ладно, можно вот так спуститься, и я не разобьюсь, наверное. То, что здесь вода. Кругом вода. Снова пещеры. Эти пещеры похожи на, помните, пещеры Буриков, которые. Очень-очень похожи. В смысле? Найти гири, разузнать. В смысле, гири я Похоже, я нашел. не получу здесь никакой информации. Тихо. А я про этих-то, про пауков-то не подумал, надо было стрел еще обычных взять. Окей. Не попал. А в смысле? Какой полезный. А, его, короче, смотри, его пауки зафигачили. Замотали просто. Смотри, смотри, бежит. Говнюк, уйди. Коза маленькая. Ты козел. Это что? Тарелка. Так, что у меня там? Что он написал? Пауку сегодня еще прибыло. Уже 12 на этой неделе. Никогда некогда разбираться, в чем причина этого странного переселения. Надо паковать вещички и завтра с утреца двинусь куда-нибудь в другое место гири. Так. Че так резко дернулся-то? Дернулся и назад, главное, не идет. Город вообще просто удивляет иногда своими выкрутасами. Так, что там? А, самому типа искать надо. Вроде-то ничего нет. What the fuck? Это что? Что это? Кто это? За звуки, бляха. Так, ладно, давай здесь еще проплывем. Под водой ничего не вижу. О, смотри, под водой там. Вот так, да? Просто пещерка такая. Без ничего. Скалу, да так, просто вода, а это... Со временем, короче, смотри.
короче, как это сказать, не разъело, а как им, а размыло. Херня капает. Так, где там? О, проход-то. Где-то я тут видел проход сейчас. О. Или нет? Нет, я отсюда. Отсюда я пришел. Здесь. Оттуда я пришел. А, все, что ли, проходов нет? Это получается вот так, туда. А там тогда куда? Значит, все правильно поплыл. А тут куда тогда? А, вон оно как. Сразу и не заметишь, да? Так, погоди. Бляха, смотри, печатка какая-то, это, скорее всего. А, я думал, это ловушка. Это нет. Это не ловушка. Что? Так кряхтит смешно. Так, он стоит лицом ко мне или нет? А, нет. Он стоял спиной ко мне. По-моему, их же можно, да, оглушать? Отвернись ты уже, ну! Эх, там еще один ходит. А, перенести его нельзя, что ли? Вот это да. Это интересно. Так, кто что-то заподозрил второй. Ехать, суки. Бежит ко мне. Ко мне бежит. Как ты меня видишь, падла? О, ни хрена их там сколько. Вот такие-то. Так, а будет эффект. Будет эффект, если я, короче, этой газовой стрелой в них выстрелю. Ёха ходов-то. Под водой тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй, еще мимо все. Все мимо. Я застрел, падла. Я сейчас все потрачу, короче. Иди сюда, можно их ослепить? Да? Готово. Там еще, да, по-моему? Ну как бы в принципе можно было их убить. Это же не люди. Или это считается за людей? Так, погоди, это что? Вот, это же. Или это считается за людей? Вообще, зачем я, короче, сейчас ковырял мозг и убивал их. Я все потратил. Можно же было просто пробежать. Хотя проверить вот эти вот пещеры, ходы стоит. Вот эта вода, я предполагаю, что она, короче, просто выводит, как бы соединяет, ну, вот эти туннели, они соединяются, как соединяют вот эти комнаты.
чтобы если по стелсу проходить. Я думаю, здесь ничего в этих пещерах. Ну, вот в этих. Вы поняли, да? Дохлый паук. Ну, только дохлый паук. Опять какое-то письмецо. Ну, письмено. Или как это назвать? Так. Духовая стрела. На этом, на скале. Окей, погнали. Зелье дыхания, кстати, нет. Это чё? Это карман. Зелье дыхания нет. Кстати, я отсюда упал? О, нет. А, вот и зелье дыхания. Лёха, вот как... Крутяк. Так. Здесь все, да? Больше нет ничего. Почитать. А, я боюсь идти дальше, пока вся экспедиция шла вперед, и я шел за ними. Но когда последние из них скрылись по поверхности воды, все мои силы и отвага мгновенно куда-то исчезли. Когда они увидят, что я не иду следом, они, несомненно, пошлют кого-нибудь за мной. Мне просто нужно немного подождать, возможно, где-то около часа. Мрачные мысли одолевают меня. Как понять, сколько времени? Там, где не видно ни солнца, ни луны. Что проку в слезах там, где кругом вода? Мне нужно отдохнуть. Как же хочется найти достаточно сухое место, чтобы устроиться поудобнее. Я, короче, отставший от какой-то экспедиции, от какой-то группы. И здесь какая-то экспедиция, получается, была. Тоже, наверное, скорее всего, искали талисман воды. Немножко сейчас воздуха вздохну. И пойдем дальше. Че, еще один карман? А, не. Отход наверх. Ну-ка, а там еще дальше было куда-то. А это что куда? Блях, опять трещит. Как будто наши подводные пирамиды, да? Застрял. Здорово. Ну здорово. Ко мне ты не придешь, нет? А он не пуляется ничем? Чего? Коля-коля кто-то сказал? Коля-коля. Так, погоди-ка. Есть какие-нибудь у меня там стрелы? Стрела с веревкой. Водяная стрела. Обычная стрела. Раз. Два. Смогу убить его стрелами? Три. Четыре. Да побежал! Ай-яй-яй-яй-яй! Это... не понял. Что за звуки были? Короче, я так предполагаю... Блин, у него кровь как-то обосрался. Я так предполагаю, вот это вот сейчас... Да. Можно было так, можно было так. Все равно нас вывело, короче. А, здесь ловушки. Неплохо я его так загнал, да, сюда? Не стой против нас, иначе ощутишь жало шипов невежества. Ага. Поняли, да? Я нахожусь вот здесь. Так. Хорошо, допустим. Говорит, говорит, не стой напротив нас. Как бы так сделать? Знаешь, как я сейчас сделаю? Я сейчас сделаю вот так.
Леха, тут по-любому что-то вкусное должно быть. Пусто. Ничто пусто! Пусто! Да ладно! Вкусное, я говорю, что-то должно быть. Пусто! Пусто! Окей. Че это кто там все бормочет что-то? На сковородку свою. И ты на месте. Че это ложка обычная, и ложку вот возьми. Че за тип? Я поймал тебя, маленькая рыбка. О нет, это большая рыбка, это вор. Ты тоже здесь для того, чтобы попеть? Я хочу рассказать тебе о интересной встрече Валериус и Рауля на мосту. Я начинаю. В городе воцарилась ночь. Рауль, статный владелец верхней палаты, поет леди Валериус. Я Рауль, и обвиняю вас в измене, чтобы получить богатство. А леди Валериус отвечает: «Да, я леди Валериус, увела у вас верхнюю палату». Это он меня троллит, походу, да? Это он троллит меня. «Вы должны целовать землю, по которой я ходила». «Да, я живу здесь вовремя, но я выхожу отсюда, чтобы похитить себе немного пищи. Да, мне немного-то и нужно, а им не справиться со мной без Рауля. Они могут найти здесь разве что пауков, но я-то нашел сокровище гробницы». «Нет, у нее тоже есть это. Я видел у нее это. Оно обладает какой-то силой. Вы можете украсть их у нее, да, это сильно ее расстроит». Посмотрим, что тогда она споет. А, я знаю, леди Валериус будет причитать в своих покоях и будет петь. Я, леди Валериус, очень-очень грустна. Куда исчезли те сокровища, которые когда-то делали меня счастливой? Вам нужна карта, она есть у Рауля. Вам нужен ключ, вы можете получить его у меня. Помните, влево у сточной трубы, затем вправо. Вот секрет пути. А теперь идите, идите наверх, наверх по веревке. Так почему же вы так медлите? Наверное, нужно повторить эту интересную сцену встречи Рауля и Валериуса на мосту. Не надо, не надо ничего повторять. Не надо ничего повторять. Так, ключ, он сказал, ключ. Ла-ла-ла. Карта. Погоди, он мне... Ага, вот какую карту он мне дал, да? Подвал. Первый этаж, пост охраны, билетная касса. Я рассказываю ужасную историю. Так, погоди, у тебя там что-то лежит. Моей славы про то, как они забрали мою дочь, но я не помню всего остального. Это было так давно, я был тогда прославлен и известен. Ну что-то лежит там, нет? Там сломанный меч, я по-моему. Рассказываю ужасную Ладно, историю, не полезу я туда. Но это не уменьшает. Короче, все, давай, пока. Давай пока, отшельник. Для этого парня занавесом выстрелился чудовой. Лучшая наводка, что у меня есть. Ну да. Как это факт, да. Это факт. Нормально, короче, этот Рауль, или кто он там, отшельник этот. Насмешил, повеселил. Леди Валерия. Окей. Так, он... О, смотри, сколько нам тут заданий дали. Так, найти и укради талисман воды. Для тебя, бредни странного отшельника, лучшее доказательство того, что талисман перенесен в оперный театр, находящийся над пещерами. Надо найти здание оперы и проникнуть туда.
Опера просто битком набита драгоценными украшениями и привлекает богатейших персон города. Так что не стоит покидать это место, не украв добра хотя бы на 2000 монет. Гири, когда он был еще жив, частенько хвастался приличной суммой, которая набегала в кассе оперы всего за один вечер. Надо бы проверить, насколько правдивы его слова. Проберись в кассу и стяни содержимое шкатулки с выручкой. Окей, на прошлой неделе ты прочел, что дирижеру оперы только что преподнесли в подарок серебряную флейту. Такая вещица может потянуть на рынке на кругленькую сумму. Найди ее. Пачкать оперу трупами и кровью недостойно такого мастера-вора, как ты. Так что обчищай карманы, грай в пару и прячься, даже беги, если потребуется, но никого не убивай. Понятно. После того, как получишь то, зачем сюда пришел, покинь здание оперы и выбирайся на улицу города. Охренеть, там задание не давали. Окей, погнали искать театр, опер-театр. Так, чё, как он сказал? Ты чё? Мистер Кольярд, недостаточно просто перебить пауков, которых изрядно набралось в подвале. Вы должны приказать своим людям, чтобы они спустились в канализацию и дальше вниз. Они должны убить каждого паука, которого увидят. Они должны продолжать поиски, пока не найдут всех пауков. Меня не интересует, сколько людей вы потеряете, и что они боятся спускаться в туннели, лежащие за канализацией. Если ваши люди не могут выполнить такое простое задание, я найду других, более приспособленных к работе. А вы уверены, что вам удастся найти другую работу, не получив рекомендации из оперы? Я думаю, что нет. Завтра сообщите мне, как у вас идут дела. Леди Валерия. Ух, нифига себе она такая. Жесткая. Так, как он сказал? Налево, потом направо? Похоже на вход. Допустим. А что за лестница? Погоди-ка. Меня вот эти всякие, знаешь, неправильные пути меня не пугают. Что за лестница? И? Еще как это пивун или пивунь. Так, понятно. Это улица и театр, короче. Понятно. Мы пойдем через низ. Окей. Я понял, Рауля, или кто он там, отшельник, я его понял, поэтому мы с вами идем через обычный, низ. Не будем там что-то выдумывать, короче, да, пойдем отсюда. Начнем отсюда, с подвала, вот. Окей, давайте на этом закончим, вот, начнем обыск оперного театра, вот этого, уже в следующей серии. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.